Всем привет! У нас на обзоре зубная паста, торговая марка Блендамед. Посмотрите, какая упаковочка у ней. Как алмаз гранями переливается. 3D White Luxe. Прямо лакшери жизнь. 75 мл. Красиво. Блики. Наша самая совершенная технология для отбеливания и свежего дыхания. Совершенство интенсив. Интенсивное действие для удаления до 100% потемнений эмали, бактерий, вызывающих запах изо рта. Роскошь. Со всей стороны блестит. И с этой. Ну, ничего особенного. Я имею в виду, на коробке больше сказать нечего. Мелким шрифтом с этой стороны. Ну, правильно. Оформляется, я имею в виду, оформлено здесь надпись Блендамед, здесь Блендамед. Так они стоят на полках. Сверху видно, сбоку видно, а вот здесь техническая информация. Продумано. Так, открываем и смотрим. Угу. Хочу я Блендамедом почистить зубы. Почему? Потому что были у меня сплат, люколют или лаколют, зубные пасты. Если правильно помню. И что-то они мне слегка поднадоели, скажем таким образом. Ладно, пойду посмотрю и вам ощущение передам свежести. Итак, что я могу сказать? Действительно свеженькая, термоядерно свежая. Но свежесть приятная, ненавязчивая. И цвет ее чуть-чуть кремово. Ну, практически белый. Из нюансов скрывать не буду. Зубная паста используется по назначению, и в ней какой-то то ли абразив присутствует. Я не знаю, что, но ощущение, как будто песок во рту. Между зубами, на зубах скрежет раздается какой-то частиц. Видимо, что-то абразивное. Но больше ничего не написано. Вот здесь я имею в виду конкретики. Почему этот скрежет на зубах? Может быть, зубы осыпаются? Клыки. Ну, не знаю, что это за язык здесь. Грузинский, мне кажется, вот этот. Так, где здесь про песок на зубах? Это, видимо, совершенно технология для отбеливания свежего дыхания. Когда чувствуешь во рту что-то постороннее, я имею в виду песок. По сравнению с зубными пастами. Ну, в общем, такое впечатление у меня. Ладно, что хочу, я хотел в коробку-то положить. Имейте в виду, пошел я, скоро ужин.